не петь, поэтому путаю слова. Походу вы это можете заметить. Но это ее не портит, а наоборот. Соответственно, называю ее по-разному. Либо она открывает глаза, либо она закрывает глаза. Он рисует ее, и эта картина прекрасна, ее дыхание легко. Вот кто-то в черном по лужам несет к дому огонь. Если бы им было нужно, они бы знали об этом. Она открывает глаза, а пламя моет окно. Она и есть та причина, по которой ему все равно. И если бы дом имел крылья, а не был частью земли, они оставили тело и стали частью любви. История эта предвечна, ее дыхание легко. Взглянув на эту картину, ты в ней узнаешь себя. И то, что можно увидеть, все это было любя. Да, непременно продолжим. Сделаем перерыв. Это у нас будет экспериментальный перерыв, поскольку мы до этого вообще ни разу не делали перерывы в сотворчестве. Но попробуем, по просьбам прошлых сотворчествовавших. Так, сейчас у нас Николай сыграет. А перед Николаем, пока у нас тут есть кворум, тут Юрий. Юрий, ты готов сделать объявление? Пока вот просто Юрий тут одно хорошее объявление. Вот я, в свою очередь, пока напомню, что у нас тут есть коробочка для ваших пожертвований. Кто может, принимаем. Тут нам надо некоторую сумму все это собирать. Так что, кому не жалко, кидайте. Все это идет дело. Вот в прошлый раз тут нам накидали много денег. Мы купили новый микрофон, который сейчас поем. Кстати, он мне даже больше нравится, чем наш Шур. Вот. Но если кому-то не нравится этот микрофон, то у меня еще есть другой новый микрофон. Мы во второй части поставим. Так, сейчас Юрий. Давай. Здравствуйте. Слышно меня? Меня зовут Юрий Полюдов, я представляю группу помощи Лирис Вивиан. Это...